Итак, полулегкая весовая категория. Капу. Роман Силагадзе Сильный. Против Капу. Давида Готов? Ломанова. Судья. Роман Красный, время. Зеленый, соответственно, Давид. Сетка, и Максим Протасов уже готов дать отмашку к началу готов? Поединка. Готов. Бой! Первый раунд. Смотрим. Правосторонние стойки. О, в левую сторону, простите, это уже другой. Первый лоу-кик от Романа. Липко удар пришелся по воздуху. Вообще, конечно, ударная техника. Это главный ходит Давида Лобанова. Сдвоенный джеб, но затем правый прямой пробивать не решился. Лобанов понимал, что дистанции недостаточно. Провалил в последнем эпизоде соперника Давид Лобанов. Но, в общем, контратаковать эффективно не сумел также. Старается вести на работу на смещении Силагадзе. Заходит под правую соперника. И еще один лоу-кик. Ну, по большому счету, пока что у нас разведка присматривается друг к другу парня. Сдвоенный джеб. И вновь не получилось подключить сильнейшую правую у бойца из Дмитрова. Сжимает Силагадзе, выигрывает пространство понемногу. Хорошая скорость это у другого рука, но при этом усиление перемещения не соответствует. Но отдает инициативу Давид Лобанов. Он ждет активных действий со стороны соперника. Готов встретить сейчас очередной двойный джеб от Давида. И проход. Да, пошел вперед Роман. Здорово, посадка. Есть первый тейкдаун в этом поединке. Пытается закрепиться на стиле Роман Силагадзе. Обходит защиту. И дальше приходится работать скоростью оппонента. Возможно, здесь будет еще один тейкдаун защиты. Судьи все видят, все считают. Пытается заблокировать левую ногу. И посадку осуществляет Роман Силагадзе. Не позволил он встать Давиду Лобанову. Вяжи ручку. Вставай по сетке. Вяжет руки Давид Лобанов, и именно это ему и советует его секунданты. Пытается контроль двух ног делать Роман, пока не получается. Очень вязкая, тяжелая борьба, и каких-то дивидендов не удается извлечь. Силагадзе уже близко к середине раунда. Да, Роман пока делает ставку на контроль, очень жестко блокирует его руки Давид Лобанов. Не удается освободить ногу. Но в любом случае и тейкдаун, и контроль в партере приносят баллы Роману Силагадзе. Упирается он предплечьем в шею соперника. Ну, абсолютно без урона. Вот первые, наверное, удары в этом положении именно сейчас наносит Силагадзе. Максим Протасов не вмешивается. Все-таки есть давление, отдает спину. И здесь может применить болевой прием Роман Силагадзе. Прихватил он руку, разворачивается. Соперника нет, не получается. Чуть-чуть не хватило. Вытягивает. Тяжелейшее положение. Времени еще очень много в этом раунде. Сильно внимательно. Голос. Будет сдача. Держи. Да, подсказывает Максим Протасов, что да, в случае, если даже вербальные будут признаки сдачи, сразу будет сдача. Главное, чтобы без травмы. Врач! Да, сразу же нужен врач. Не вылетело ли там плечо. Что ж такое, вот турнир пока у нас получается с травмами. Причем именно травмами плечевого сустава, да. Но будем надеяться, что все-таки все обойдется для Давида. Да, терпел до последнего. Твердая победа. Сегодня оформлена Романом Силагадзе. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Корпусом здесь грамотно грузил Роман Силагадзе и завершил начатое. Пятое поражение уже в карьере у Давида Лобанова. Итак, время остановки боя 3 минуты и 18 секунд первого раунда. Болевым приемом на руку победу одержал Роман Силагадзе! Поздравляем Романа Силагадзе с очередной победой!